Crazy Brain, вспомните, и отец огурец. Ты да, портнулся, ты гонишь? Огурец. Огурца, тыкайте на сумму, тыкайте. Поставьте рыбу. Рыба стоит возле квадрата, ешьте. Хан, ты больше не вылетишь там? Нормально все? Все, давайте фулл баф, пока быстрее. Чек на пул добавит во время, пока лить будет спускаться. Давайте, принимаем готовность, что вы здесь. Что вы готовы, сконцентрируйтесь и все, нормально убьем. Лужу выносить главное вовремя. Crazy Brain тут, последний ты остался. Алло, Crazy Brain. Злой. Крест еще раз дайте. Запускаю. Все, стали по местам, добавляемся. Так, даю лапу. Неужели прибыли наконец? Хваленый. Халёный? Тебе быструю смерть, Артас. Вообще не понимаю, как пацаны играют с колонками, да? Походу в кинотеатре он сидит, блядь. Вообще, с плазменным монитором. И будешь молить о пощаде, но я. Давайте быстрее убьем, быстрее ресочку пойдем. Одну штучку хотя бы убьем или две. Гоу ВК потом после рес. А там онлайн маленький. Моей безграни... Уже давно не ходили. Кликните на ХП. Да будет так. ВК там кто-то соберет. Не готовились. Я оставлю тебя живым, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение. Ловушка, смотрим сейчас. Милики пробежали быстро, быстро, убежали далеко прям. 200 ГП на кого-то, чума секунду. Банака, блин, не спел. Милики, встаньте в звезду. Милики далеко. Ловушка, секунда, смотрим. Внимание. РДД пробежали. Чума, смотрим, Банаку опять блин испыла. Ловушка, секунда, смотрим. Кликните на ХП вары. На протопале. Проходим все. Проходим все. На протопале. Ловушка. Sorry. Проходим все. Ловушка, секунду, смотрим на ком. Приготовились, РДД пробежали. Миликов впереди чуть-чуть. Чума, секунда, приготовились выносить. Феникс, бегом. Господи. Ловушка, смотрим. РДД пробежали, РДД на край. Протопал на край, Милик в портал. Готовимся, 1%. Ловушка, смотрим, последняя будет. Секунда, ловушка и чума еще возможно. Милики пробежали на край. Чума, смотрим. Диспел. Все. Дамажим моба. Даю жрис ПД, сейчас смотрю, сколько у тебя маны. Не, не буду забывать. Залью. Видели. Сильно духов, сферы все бьем, там ты шипы. Так, протопал свободен, помогает собрать. Сильно духов. Последнего сейчас влились сильно.
первую волну подготовились, разлетелась. На второй раз добыл. На край сферы. Духа сильно. Духа сильно бьем. Лечу с обдали. Это палка для старта. Готовились этих валик разбить очень сильно. Грусты. Пул ДД. Из-под валик вышли, лужа скор. Вышли из-под валик, быстрее. Грусты добей. Вышли из-под валик, осквернение. Творится вроде еще. Даем Геру. Под Герой валик, чтобы разбили. И лужу в сторону, вправо-лево. Прячем этого дурака. Как первая валька спустится, сразу вправо-лево бежим. Вправо-лево. Не назад. Так, первая спускается. Побежали. Выносим лужу. Гансмок притворился. Разбиваем все три вальки. Сильно бьет. Ромбик хапал. Ромбик стан. Добили всех. Всех добили. Сейчас сначала лужа, потом вальки. Стой пока здесь. Лужа приготовили. Смотрим лужу. На мне. Бегите в центр. Бегите. Сейчас будут вальки. В черепке стоим. Стоим в черепке. Вот так в бокли. Боки там нормальные. Смотрим. Всех бьем. Ромбик опять. Ромбик сильный. Где все? Протовар, протовар. Сильно ромбик. Сильно те две тоже вальки. РДД сильно переключились в них. Лужа приготовились. РДД в тех валях переключились. Хотя бы одну разбейте. Лужа, смотрим. Феникс вышел. Вышел. Красавчик. Центр. Сильно лича дамажим. Возможно переведем. Тупо. Захиливаем. Сильно дамажим, готовься на стан и валим фулл ДД в лича. Веди на край. Веди на край к кольцу. Идем. 1% рейд на край быстрее. Рейд на край. Меня схватили. Вы на край бегите. Сакру. Бегите на край. Все, перевели. На край бегом, вы умрете от зимы. Сакру давай. Все, вы успели. Прыгнули. Молодцы. Захиливаемся. Духов бьем. Так, елку поднимаю. Кто поднял? Сенза. Сенза, молодец. Из-под морды духа ушли, растянись назад. Даю на ману жди. Лапу, если можно. Бьем сильно. Танки два, смотрим за дамагом. За агро. Если что-то, уйдите моментально. Сферы бьем. Второго духа переключились. Бьем звездочку. Новый появится, его не кливает. Так, смотрим ману. Ригеля. Ригеля зовут. Звезду бьем. Сферу. Другую звезду переключились. Другого гневного. Кружок. Дайте каску по пристам. И лапу. Каску пристам и лапу. Дал лапу. Духа. Только кружок бьем. Пока что только кружок. Второго не трогаем. Сферу. Сферу сильно. Две сферы. Не беги на нее. Захил. Захильте. Захильте ШП. Нормально в комнату идем за звездочкой. Впереди, сзади не бегите, бегите в звездочке. В звездочку, пожалуйста. Бегу специально, чтобы вы ко мне сбежались. На край идем. В звезду. Захиливаем рейд. Потаем себя, если вы можете хилиться. Бинтами бинтуемся, пробежали. Стоим здесь. Пробежали. Духов бьем. Я не понимаю, Локи, ШП, маги, быстренько кастуем в духов. Вы что делаете? Нихуя он быстро пробежал. Не бьют. Вы не бьете духов, сейчас все РДД по сотни получат. Отвечаю, я какой бью. Трай засрали. Бежим. Все, упали, да? Падаем. Значит, я не понимаю, у вас проблемы какие-то?
Живой рейд, блять, вы не бьете духов. Тупо всем сейчас ГК будет. Или вы что, забыли, как играть в комнате? Линканите дамаг по духам. Что это за дерьмо? Вы их бить начали, когда вы сдохли уже пол рейда. Я не знаю, ребята, что с вами делать, блядь. 23 человека живых, вы не бьете духов. Это нормально? Сова дала звездопад, 100 тысяч там надамажила. Ну, присты в основном бьют в комнате. Да нихера не присты, все бьют РДД. Хант бьет. Он блок только порчу может бегать, бросать. Есть такой каст, называется «Жгучая боль». Пишешь макарос, слэш c, этот зловещий дух, слэш каст, жгучая боль. И бьешь по 10 тысяч за секунду каст. Бегите плечо. Я вообще не понимаю, вы что, в натуре что ли? Давайте на шипы тогда все зайдем. Раз там шипы бьют. Все отлично сделали, 23 человека живых. Вы духов не бьете. Васап, ты как думаешь? Начислить пацанам ГП, я не знаю, кому просто. Или всем. Я считаю, что даже если духов не бить, то все равно от них можно убежать, а не взорваться на них. Они просто стояли тупо под ними и сдохли. Я так Карусу надо напомнить, чтобы звездопад на комнату оставлял. О, вальки резнулись. Вальки резнулись, ставьте шкаф, здесь лок, если есть. Или не обязательно. То, что они сдохли от духов, это их вина. Даже не в том вина, что они не били их, а в том, что они не убежали от них. Разберитесь там под каждую комнату. Один при заходе дает в начале комнаты, один где-то в середине комнаты звездопад пусть дает. Да вы понимаете, что звездопад это все какие-то отмазки. Макрос, слэш, цель, зловещий дух, все делают РДД, все. Напиши этот макрос ВК. Напишите ему макрос ВК, пожалуйста, скиньте ШП. И подставьте там звездопад. Лютый, поставь там всепожирающую чума и тыкай. Еще хотел сказать Поклонскому, ты на второй переходке нового духа лови, не надо старого с меня забирать. Ты ловишь нового, потом, когда второго мы добиваем, я с тебя нового этого забираю. Ты опять свободен и опять ловишь нового, а не наоборот, ты с меня забираешь первого, чтобы я забрал второго. Не надо так делать. Да, Поклонский, делай так, как он сказал. Я же тебе быстрее. Ребята, если вы сейчас не будете духов бить, чтобы они прям не дали. Я их не видеть должен. И чтобы вы... А где рыба? Ну где-то там. Сорян, напоминайте за рыбу, я не привык ставить ее. А, не искать. Ну, Поклонский, ты говоришь, агро мне проще набрать. Так ты же забираешь второго духа, которого никто не бьет. В чем проблема огромная была? Все бьют первого, добивают, а потом переключаются во второго. Да, я же говорю специально, бьете этого, второго не кливаете. Потом, когда у него мало хп, ты можешь его же забирать там. Можете переключаться, смотрите тоже. Огурец, заходишь? С ЕПГП там кто, если кто макросом мутантовским вылетел, там потом будете это все решать, не сейчас во время рейда. И стойте в метке войдика, когда он ставит, потому что два раза будет. Я стою в войде, я лечу ровно, и две метки чисто в сторону летят куда-то, и не могут их разбить. Чекну. Потому что ты понимаешь, что два там пару шагов влево-вправо, и ты улетишь в другую сторону. Нужно стоять четко по направлению. Лучше за спину войду стать, а не слева от войда близко. Все готовы, запустил. Все, лучше стать дальше, но за спиной, чем ближе, но влево-вправо сдвинуться. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь
я не понимаю, зачем макрос на раскол брони. Какая-то бредятина, блядь. Вытаскиваешь из книжки заклинаний способности раскол брони, и все. На удобную кнопку ставишь, на единичку. И дамажишь. Что вообще такое макрос на раскол брони? Они дурные какие-то. Это прикол просто. Нет, не, на раскол брони не должно быть никаких макросов. Не, ну может быть там у Армса, типа удар героя, раскол брони, ну блядь, ну это бред. Так, все, собрались. Всех валик, все бьем, четко делаем, крикните на хп. Бэры откат, ну всем за пока. Герои в атаку! Я оставлю тебя в жертву, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы ты пропустил рождение. Смотрим, ловушка на ход. Милики пробежали на танке, по бокам разбежались. Падаем. Пишите, ладно. Ну, здорово. Пришел конец. Надежда, надежда. Это я подниму лок, не вставай, если что. Кого забыл, плюс у меня эти евреи. Кто-то один там зацепился за крюк. Казян улетал. Там этот шарфец, феникс, нить, улетел. Я-то на платформе, Слава. Я не улетала. Сансара? Кто еще плюсанитель? Кого я забыл там? Тело 2 точно еще. Некист? Поклонс? Некист. Некист улетал? Огурец точно улетал. Некист, ты улетал? Некис вроде тоже улетал. Почему кто-то отбегает, а вы улетаете? Уничтожатор тоже улетел. У нас там не было. Я мог не успеть выбежать. Там чуть-чуть отбегаешь и все. Я ж, она же на мне, я в центре считаю, получается, уже стою ловушки. А они за ней дольше. У меня тоже так было. Там Рома однажды Джейми рассказывал тактику, что поворачиваться надо на РДД типа лича, и ловушка появляется так, что ты от нее можешь отбежать, но там, ну, могут не отбежать милики, но они получат ГП. На меня кидалась ловушка, когда я был спереди, и я не улетал. Все, не знаю, что он еще. Казян улетал или нет? Некист улетал? Да нет. Ты улетал или нет? Сумонки. В сторону бежать, оббегать ее стороны. Надеюсь, никого не забыл. На прошлом трае РДД вы в натуре засрали. Как я не знаю, чем вы мыслите, когда вы идете на РДД играть? Я локом бью. Блять, и ШП бью. Духа. Да тормоз, не тормоз, сейчас будете получать, кто улетает. Один должен тормоз улетать, а не пять тормозов. Как вы этого не поймете? Нету такого один виноват. Не будет никто сейчас вам видео смотреть. Тикать сумон. Ёлка принимает, я вроде сумон кинули. Чё-то не приходит.
Ну тогда беги. Тут цитадель ледяной короны написано. Я перезайду. Таня, ты рыбу ставишь, да? Да, ставлю. Ты там... Просто думал напомнить тебе. Ты показано, что ты ешь там что-то. Ты перезашел? Сейчас грузится. Все, кидай. Ренджа, по-моему, считается от краев ловушки еще там сколько-то, 6 или 8 метров. Надо типа далеко отбегать, и тогда вы точно не улетите. Вообще в любом случае. Хоть на вас ловушка, хоть на танке, блядь. Разуйте глаза, сконцентрируйтесь. Чек на убав пока даем. Принимаем готовность, что вы здесь. Дайте крест. Крест Казяну, Некис тут. Принимай, пожалуйста. И лапу. Запускаю. Дал лап. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Лич еще может стоять кастовать. Что на третьей фазе, что на первой, что на второй в осквернении где-то. Смотрите за этим. Более быстро. Невозможно вам все сказать, вы должны сами тоже не тупыми быть. Здорово, пацаны. Здорово, пацан. Привет. А за что вы моего любимого Казяна замутили? Казян, держи голос. Ну, потому что, включая там запись, был уебок нам. Спасибо, братан. Все, приготовились? Так, на антиметку вроде стоит. Я оставлю тебя. Намажет. Смотрим ловушка на коп. Готовились бежать. На ступеньках милики отбежали чуть-чуть. Секунды смотрим. Огурец. Видите, побежали далеко, быстро. Квадрат не улетает. Ловушка 3 секунды. Видите, ловушка, побежали быстрее. Не стоим у лича, ждем его. Клон побежал. Все побежали, молодцы. Ловушка секунда, смотрим. Милики пробежали, быстрее. Молодцы. Ловушка секунда, смотрим на ком. Коробку с РТД. Чума 3 секунды, смотрим, доносим. Чума клон опять бежал. Быстрее беги, успел. Смотрим ловушка, секунду. РПД пробежали. Ловушка 3 секунды, смотрим, секунда ловушка. Чума, смотрим на ком ловушка. РТД пробежали, смотрим чуму. Поклонская, с него диспорт. На край идем, видите, на край. Смотрим нормально. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь. Дерис подожди. Дух объем. Духа.
Лиса помогает. Последний бук сильно выбиваемся. На край сферу разбить. Клик на ХП. Под морду духа не лезь. Все, пошли к лечу до выбора. Смотрим на квадрат. Квадрат уже достали. Звезду оттянитесь всем. Сейчас смотрите, бусти отдаем. Одну схватили Лока, две бьем. Разбежали здесь в подвале, кралька, хорошо, все бьем. На вторых. Давай сейчас рост, под ростом должны вторых тоже разбить. Лужа влево, вправо, после первой вальки. Так она к земле спустится, сразу бежим. Приготовились. Валики хватают. Первая хватает, уже бежим в сторону. Первая хватил. Побежали право-лево. Быстро. Лужу вынесли с центра. Бьем две вальки. Одну бьем. Стан, пусто. Объем. Оставь его пока здесь, потом в центр. Стоим пока. Сначала лужа, потом вальки. Не залейте всю плотность. Некуда будет вводить. Лужи приготовились. Милики вышли. Милики вышли. Шурупец вышел. Пошли в центр все. В квадрате будем стоять. Полетим в ту сторону. В квадрате. В квадрат. Всех валим. Трусы тупой. Тоже стан бьем. Собой. Стан ей дали, бьем. Трусы бьем. Сильно бьем. Вышел. РДД помогаем. Даю стан. Нахуя вы получше-то бегаете? Разбили. Так, переводим на чат. Сильно влеча сейчас. 43%. Все сильно влеча. На краю рейд собрались. Центр ушли. Не успеете убежать, сдохните. 1%. Сильнее. 0,5% влеча. 0,5% фаза. Лужа смотрим, вальки смотрим. Стан даем, если схватили. Стан дали. Все. Переходка. На край все пошли. Даю гимн. Ставь 100 темп. Улетел, что ли? Тогда. Я понял. Все, бьем. Второй дух появится, не кливает его. Когда мало хп, только переключается. Все, можете второго идти. Так, по мане, смотрю, риги. Нормально. Не падайте, сферы бьем. А, не, ну ладно. Только звезду пока. Сильнее звезду. Все, второго можете. Забери, забери. Третьего, четвертого не трогаем. Не трогаем этого духа. Только звезду пока бьем. Все, весь рейд живой, 24 тела. Не дай бог вы духов бить не будете. Добили этого, второго не трогаем. Подотали, слабенько подотали его. Так, что-то по мне пролетел крик. Еще ли я тупой? Звездочку собираемся. Звездочку на край, рейд на край, Соло звездопад, шипы бьем, Локи бьем, Хант бьем, духов. Встали здесь, захилим рейд, пробежали сюда, стоим здесь везде. Бомба хлопает, побежали, побежали. Вперед не пробегайте. Пробежали дальше, стоим, 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 пробежали.
стоим, хилимся. Пробежали, стоим. И еще пробежали. И стоим, ждем выхода. Лича на край, духов на край. Бьем дух. Лужу оставил, лича на край, духов на край. Бьем кружок, лича на край, духа на край. Все, приведешь духа к нам, как дыхнет. РДД, бейте дух. Кто у лича, бейте лича. Веди, веди лича к духу. Все, лича к духу. Добили духа. Затопал. Это. ШП, кто-то хлопнул. Иди хлоп. Лужи вышли. Уничтожатор, милики отойдите от него. Не стойте в личе сейчас. Хлопают духов. Все, теперь трон играет. Лича к трону потихоньку. Лича к трону. Ушли отсюда все. РДД уже за глыбу встали. За глыбу РДД. Сейчас будет коп. Все, так и делаем. Трон портал, трон портал. Смотри, ману Ригеля. В комнате забью ману тебе. Звездочку идем. Звездочку на край. Ригелю забью. Звездочку собрали. На край. Захиливаемся. Постояли секунду. За угол зашли. Зашли, стоим. Побежали. Вот тут стоим. Побежали. Здесь стоим. Еще побежали. Вот тут стоим. Хилимся. Потаемся. Побежали. Вот тут стоим. Бьем духом сильно. Побежали вперед. Стоим. Побежали и выход. Бежим и выход. Лично краю. Рейд. Рейд к трону. Быстрее к трону. Вы уже не стойте. Вышли милики. Рейд к трону бежим. Милики, не бегите. РДД не хлопайте духа. Это делает протопал. Хильте протопал. На противоположную сторону, либо круг полукруг. Дамажим лича, идем за личом. Лужа милики приготовились разбегаться. Милики приготовились. Чуть отстаньте на краю. Он летаем оставил. Все, потом к порталу двигаемся по полукругу. Не убирайте от духов. Двигаемся. Последняя комната. Выходим и к порталу. Звездочку сейчас. Звездочку на краю. Звездочку, звездочку. И двигаемся вперед. Двигаемся к звезде. За угол зашли. Стоим, ждем. Пошли. Бежим далеко. Дай сакру, протопал. Бежим за звездой. Бежим быстрее. Бомбы там 3 секунды взрываются. Бежим дальше. За угол. Вжались в стенку. Дохиливаем дверь. Много бомб на нашем пути. Пошли. Ну и все, сейчас выход и добиваем. Молодчики. Так. Не помню я куда, к порталу, что ли? Да, к порталу. Да. Сильно лича бьем. Все, можно не разбираться. Не, беги. На все, 10% нормально. Да не разбирайся, сомнений нет.